все проходит. Ну, я тебе помогать буду. Самое главное, когда о ком-то говорят, на него сразу переводи и показывай. И кто говорит, на его показывай. Что-то зачитывать, можно перевести на других людей посмотреть. То что? Ну, один слово. Ты уже снимал, понимаешь, что? Ты сейчас с них снимай всех. Молитва начинается. Покажешь. Садись. Можно даже сейчас приблизить, показать. Смотри, что запинают вот. Двигайтесь туда дальше, проходите. Сестры, Зоя, дальше туда, проходите. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди все бесявны, и очисти мя всякие скверны, и спаси блаже души наша. Батюшка, Отец наш Небесный, Господь и Бог, мы просим благословения Твое во имя Иисуса Христа и жертвы Его Голгофской, чтобы не напрасно мы ходили в этот храм и занимали место, топтали дворы дома Твоего, но чтобы все мы слышали голос Твой и угождали не человеком, но Тебе, искали славы не человеческой, но божественной и вечной. Прибудь с нами, руководи нами Духом Твоим Святым, чтобы мы были чутки к горю ближних, к болезням, которые окружают нас, скорбям, печалям и радостям. За все Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сейчас туда переходи между скамейками, чтобы кто будет говорить. А кто еще не исповедовался, готовьтесь. В пятницу вечером будет последняя исповедь в Великом Посту. В пятницу вечером. Служба будет у нас на Благовещение, в субботу, в праздник, Благовещение. Я не могу, я задыхаюсь. Знаешь, даже на малом у вас. Уже не могу. Ну, продвиньтесь, пожалуйста, субботу. Пол скамейки пустое. Не найди, что будешь. В субботу они утром будет для других причастников, кто готовится к причастию. Пятницу вечером исповедь. Запомните. Глухим, глухонемым. Там место. Передайте. Что? Леночка, в пятницу, скажи, последняя будет исповедь. Пройди детей, сними. До Пасхи уже больше не будет. Так, ко мне какие вопросы есть? Ангелы за трапезой. Вы зря стоите здесь, идите, пожалуйста. Это время пройдет, это минуту. Вы еще не будете знать, будете вне церкви. Я же о вас забочусь. Идите. Запас из 2 недели, может быть, и просохнет. Пока нет. Вот. Тает, но тает еще слабо.
Хотя снегу мало вообще уже, поля почти голые, а тепла-то еще и не было. Там снегу было очень мало в этом году, там сантиметров где 30, от силы 40 всего. То есть мало вообще. Прилетели скворцы. Нас, да. Вот, все. Помидоры уже матушка в теплицу вынесла. Да. Нет, она закрывает на ночь там. Это, так. Днем нагревается сильно, до 35 градусов днем нагревается. Чем она какая-то что такое? Как поликарбонат. Ну так все, так все живы, здоровы. Все. Вот и все, потеряете. Что вам еще сказать? Все трудятся, каждый день работа у всех. Вот. Спать днем некогда. Так, еще какие вопросы? Ну все, нет вопросов. Давайте, кто ведет, ведите еще. Еще быстро. Так, собрание за 5 минут закончится. Эта неделя была насыщенная у нас. Началось с того, что наш юрист побывал в отделе юстиции, я его не видел. Вот. Ну подайте попутно ему книгу, может сгодится. Нужно много в отчетах записать. А меняется там, в Москве, решают. Там тоже сидят люди, думают, как чтобы через религиозные организации какой-то экстремизм не проник. Нас ведь отдельно не выделяют. Мы такие же перед ними, как и те, которые шахиды взрывают. Закон-то один для всех. У нас хотя этого нет, но они должны обезопасить и со своей стороны, они как правители, заботятся уже о себе. И о целостности государства. Так что говорить, что специально под нас подкапываются, ну, я думаю, пока основания такого нет. Хотя признаки есть для этого. Мне сказали прийти туда. Вы знаете, у нас был здесь Маковей Валерий Иванович. Он как бы заведующий по религиозным и общественным организациям. Звание его воинское полковник. Очень такой мягкий, добрый человек. И, ну, трудно поверить, что человек этот неверующий. Ну просто трудно. И вдруг мы разговорились, он говорит, принимал крещение у отца Георгия, я не тайно открываю, потому что это открыто, Титова, полное погружение. Следователь, который меня допрашивал, Пищегов, тоже пошел туда, где полное погружение. Полное погружение, они, конечно, тут услышали-то. Вот и пожалуйста. И он вызвал там помощницу свою, стал показывать, какие у нас нарушения. Эти бумаги у меня надо взять будем. Я насчитал примерно 13. Надуманные такие. Я говорю, откуда это все берется? Вот каждую неделю мы должны проводить церковно-приходское собрание. А зачем? Мы собираемся каждую неделю, каждый месяц у них. А я говорю, мы каждую неделю. И все решаем вопросы. Ну, надо отчет какой-то. Ну, написать недолго. Было собрание, как там. То есть, брат Севастьян, полностью это на вас лежит. И он неоднократно на вас ссылался и сказал вам привет, мы уладим. Но самое главное, что исчезла наша епархия, головное управление, которому подчиняемся. Она ликвидирована в отделе юстиции, там, где общий контроль идет. И мы как бы сейчас не принадлежим туда. Тем более епископ пока домодедовский, а уже через какое-то там полтора месяца он уйдет. Вот это, говорит, самое главное. Я говорю, а нам это не очень трудно решить. Мы прямо напрямую с синодом, ну, тут как-то сделаем. Я говорю, может быть, вы подгоняете к тому, чтобы снять с регистрации? Нет, 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 нет. Нет. И, ну, в течение месяца вы ответите, а потом, может и 2 месяца, потом поставил, может и 3 месяца даже. То есть, хотя ответ в месяц мы должны там все это исправить, как бы сделать, но один пункт, который я сразу категорически отверг. Давать отчет о добровольных пожертвованиях и куда потратили. Я говорю, даже Сталин на это не постигал. Я получил сегодня, ну, я как Дерипаска, у меня 1,5 миллиарда в год дохода. Я соседу своему в карман сунул 1,5 миллиона. Следующему пошел 10 миллионов, я еще отчет давать буду. У меня левая не знает, что правая делает. Этого никогда не будет. У нас чашка не ходит, а где собирает, мы тоже тратим. Попутно сказать, сегодня посмотрите, что там у нас есть. И выделите на меня 5000. Завтра я иду заказывать вот эти вот, которые, вот, 5000. Умножить на 10, получится 50. Сколько это стоит будет, она примерно там, видимо, по рублю обойдется. Ну, я чуть могу и побольше сделать. В Алтайской правде, там есть, мало тиражку печатают. Вижу, что печатают у нас, вот какие. Бледные там никуда, то есть это пропащие. Трата, напрасная трата времени. Это просто о добровольных пожертвованиях, а видите, куда пошел уже. Вот, пришел я домой,
по-хорошему, и они дают мне бумаги подписывать. Я подписываю, а ничего не вижу. Это у Пульхерии брат был царем. И подписывал указ, она однажды решила наставить его. Подсунул ему бумагу, а он, не глядя, как говорится, подмахнул. Ложиться спать, жены нету. Он говорит, а где жена? Да царский указ подписанный пришел, что жена от вас отлучается на течение месяца. Да где такой указ-то? Ему показывает ваша подпись. Жены нет сегодня, жены нет завтра. Ну, молодой царь, он, ну, как говорится, дневные заботы за плечами, наступает ночь утешения, а утешителя нет. Правый бок пораненный, а левый никто не врачует. И она говорит, так вот, дорогой, смотри, что ты подписываешь. Я спрашиваю, я себе не смертный приговор подписываю, Валерий Иванович? Да нет, нет, нет. Пришел домой, взял лупу, внимательно стал смотреть и увидел смертный приговор. Я, конечно, на молитву вечером, ночью, днем и отправился туда. Пришел, я говорю, как же так, вы меня обманули. Это же смертный приговор. Теперь скажите, мы теряем регистрацию. Что мы вообще теряем с регистрацией? Стоит ли нам хлопотать? Он говорит, ничего не теряете. Только не можете иметь расчетный счет. Я говорю, да, у нас мертвый, у нас его и нету. Но терять мы не будем. Да зачем вам терять? Да вы сделаете, да то друг. То есть я ему поверил. Знаете, ну, может быть, я легковерный такой, но поверил, глядя в глаза, и говорю, вот я гляжу на вас, и я верю вам. Может быть, я ошибаюсь? Я там с этой позиции, с человеческой подходил. Это вы все сделаете, только пускай ваш этот придет, ваш чуть ли не паренек как-то так вот сказал, он сильно молодой. Вот, а значит, это юрист наш. Так что, дорогой, сегодня же забери документы и не откладывать никуда, насколько возможно. Указать. Я говорю, у нас это указано в уставе. Говорит, это религиозно, а то-то. За последние 3 года 13 раз он менялся, говорит, там. Да. Но он мне сказал, может быть, это еще пока не открыто говорит, ваше дело, из-за дела юстиции затребовала Москва. Это не патриархия. Значит, это Министерство юстиции, выше только Министерство юстиции. А Министерство юстиции, ну, естественно, не без президента. А президент, который теперь избран, Владимир Владимирович Путин, он был инициатор вот этого объединения, соединения. Как мне один полковник позвонил из КГБ, вот теперь объединились, теперь мы не растопыренными пальцами будем бить там всех этих католиков, а кулаком. Вот с какой целью-то еще объединяются, чтобы кулаком бить? Да нам эти руки отрубят, если мы кулаком-то будем бить-то. Нам даже разговаривать надо шепотом с теми, кто окружает нас. Нам нужно с наклоненной головой говорить. Нам небоскребы сокрушать никто не позволит. Ну, поговорил. Поговорил и забрал, говорится, свои подозрения и ушел. Показал, как я живу, пришел в свое заплатанном. Я говорю, смотрите, вот могу я бороться с вами? А патриархия, вот сейчас везде в интернете, у патриарха за 90-е годы 4 миллиарда долларов только, у патриарха Кирилла. И как строить? Сейчас на него такое гонение, депутаты выступают, заступаются, нашу культуру, объединяющую силу, все везде громят. А я говорю, что вы удивляете, что сеяли, то и жнете. Я говорю, нельзя жить по менталитету зулусов. Тебе отвечают, что хорошо и что плохо. Хорошо, если я у соседа жену заберу, дом заберу и корову. А плохо, когда у меня сосед заберет жену, дом и корову. По этому принципу христиане не живут. Плохо, без двойной морали. Это значит для всех плохо. Дальше. Вчера у нас здесь, вот в этом месте, вот этот стол был, стоял вот здесь. Вот с этой стороны сидели патриарши, 4 священника. С этой стороны сидели мы. Я, батюшка, брат Севастьян и брат Виктор Андреевич. Ну, договорились все снимать. Они с собой взяли студента, видимо, семинариста. И он стоял вот здесь в треножник, и все снимали. Конечно, епископ Максим все просмотрит. Самое, я думаю, большое достижение в этом было, что я молчал. Вы же понимаете, какая мука для меня это была. Видя, что делается, что говорится, и нигде ничего не сказать. Но, в общем-то, через то, что озвучивал батюшка, что читал брат Севастьян, мое послание, письмо патриарху-то, они озвучили мои мысли. Поэтому я кое-что принес, чтобы вам сказать, что вчера было. А было очень серьезно. Я начал выставлять в интернет, никак, один ролик только, я сегодня ночью, в час, в три часа я встал, значит, я сижу до полчаса, никак не идет, ничего, 3 раза сбрасываю, 10 часов потратил на один, а их 5. И все равно поставил, последний сейчас загружается. Это Господь так делает.
Я просто уперся лбом, и не уйду, пока Господи не дашь. Уже отзывы пошли. А что делать с этими, разговариваете? Ряженые пришли, они в Бога не верят. Вы сейчас с ними разговариваете. Знаете, раньше времени нам никто не дал права судить, на какой стороне кто будет стоять. Это священнослужители, обреченные саном, имеющие благодать. Но я просто твердо убежден в этом. Ни один не рожден свыше, они этого даже не знают. И поэтому все с плотской стороны. Мы говорим, вот какие обвинения у них на нас, давайте. А какие у них? Потом какие у нас? Ну, наши, мы выскажем тогда. И вот батюшка засчитал это все, что я для Люси, батюшка все считал. Это все в интернете. Он даже на полсекунды не останавливается. Смертельные упреки. В смерти, в аду будете вы, если вы это не исправите. Он даже ноль внимания, одно только надо это убрать. И не будем, давайте забудем, старую страницу перелистнем. Давайте снова. У Бога нет, ничего не забывается. Забывается тогда, когда грешник кается и не возвращается на старую блевотину. Вот тогда Господь говорит, не помяну и не вспомню. Но если ты пришел, сказал, вот давайте забудем. А сам-то как держал нож за голенищем, так и держишь. У тебя уже заготовлена была краска снова обливать детей Божьих. У тебя уже заготовлены были киллеры. Ликвидируй эту команду, приведи ее к покаянию. Вот дальнейшая встреча, если такая она будет, то будет на пасхальной неделе, светлой седмицы. Там где-то в среду, в четверг. Я очень хотел в субботу, чтобы наши были. Но, ну так это, не я тут руковожу. И они позвонят батюшке. И утвердят, батюшка дал им всем приглашение на день деревни, там 15 мая, вот как они будут, вот, и епископу передали. Значит, об этом надо молиться. Все-таки меня, хоть и держат, говорят, в 4 повода, но, видимо, на этой встрече будет, меня отпустят. Пора уж. Вот. Пора. Пора. Значит, как протопопа Вакуум говорит, и я их лаял. То есть этого Цербера надо отпускать. Аминь. Я знаю, как охранять виноградник Господень. И все, что здесь было сказано, все будет озвучено. Батюшка сразу сказал, главный вопрос, мы даже не сергианство берем, не экуменизм. Это жить не по лжи, с чего я стронул все, и благовестие. Они уже подкапываются под книги, на всех должна его печать, проверить. Я заранее говорил, несколько лет назад, главное, не я, не батюшка, теперь эти книги. Они написаны не с согбенной головой. Я внимательно слушал, что мне Бог положит на сердце. И мой любимец Иеремия, он поступал так же. И Михея. Что скажет Бог, то изреку и я. И не словечко против. То есть вот это я должен буду там сказать, если буду жив, здоров, и, ну все как есть. Были представительные люди, это Войтович, старейший из них, это отца Николая, сын, он там Александр Невским, секретарь епархии, это тоже не последнее лицо. Ну и тут еще два священника было, один это Сергий Писун сидел, он председатель катехизического отдела, тоже не последнее лицо, преподаватель в семинарии. Это тоже преподаватель, как я понял. Вот. Отец Владимир, я фамилию его даже не расслышал. Ну, не в этом дело. Значит, я настраиваю вас на усиленную молитву. Дело очень даже непростое. Не так все просто, как кажется. А непростое по той простой причине, что за этим стоит тысячелетие. И не одно. Я должен самый корень показать. Объединение не только невозможно, оно немыслимо. Ну только одно, если бы я душу подписал сейчас дьяволу и сказал, мне все равно, дай мне вот это, я пропаду. Только тогда я могу пойти. Я ниже не ставлю. Никак. За все, что они просят, я должен отречься от Христа, от Слова Божия. Я другого не вижу. Он-то понимает по-другому, но я это разъясню. Поверьте, я докажу эти свои слова. Тем более, все заснято. Заснято ими, заснято нами. Мы добились этого права снимать. И Тихий за меня заступился, когда я ушел, а епископ Максим удивился, как так? А он говорит, Игнатий сказал, он не отступится. Нет. Чего на первом шагу лжете? Были фотографы, хорошие фотографы, первоклассные. Это Волобуев 23 года снимает. Он премии там какие мировые берет, не просто Советского Союза и в России. И Каспришин, второй деятель искусств, получивший награду от президента. И был
как я считаю, он председатель совета журналистов здесь, или как называется, Тепляков. Он 23 года к нам ездит. Ну и Наташа Сохарева. Это записано, может где-то что-то будет еще известно, но фотографии хорошие. Хорошие, прям, ну, высокий уровень фотографий. Потом они зашли у меня, там были, все скачали, я сразу посмотрел. Вот. Меня иногда упрекают, а вот вы там себя рекламируете. Я не рекламирую, я вместе со всеми сидел и молчал. Но вот Каспришин встал здесь, сели за стол, молиться стали, и вот он передо мной встал, ну чакнул раз, раз, два, так, а аппарат-то чакает, сильно слышит, три, четыре, ну отверни хоть маленько, ну не буду я стоять, плеваться и все. Одну, вторую, один раз вот так приехал, пришел он сюда, я посчитал, 130 раз он меня сфотографировал. Что я, какая-то принцесса или что-то? У него что-то там есть, из этого выбирает лучшие и получает первую премию. Его по развитию не сравнить с Волобуем. Волобуем во всех отношениях развиты. А этот, самую центровину, он за этим что-то еще дальше видит. В прошлом году опять в Рио Новости первое место занял. Он выбрал какую фотографию. Это пасхальная ночь по Теряевке. Сильно туда просится. Это как бы между делом. Значит, говорить о том, зачем и как встречаться, сейчас рано. По-другому никак. В первую очередь, наше все у них в руках. Они получили Евангелие. Говорит батюшка о крещении, а у меня заготовленный материал о крещении каждому. Стали говорить о благословении, я материал о благовестии, там моя грамота с митрополитом Виталием стою. И они только благословение, благословение, благословение от епископа Максима. Я молчу, я ни звука не издал, ни одного звука. Это вообще медаль какую-то давать надо человеку. Представьте, я переполнен был прям взрывной силой. Но я понимал, здесь батюшка, Господи, дай ему сказать. И батюшка все сказал, что я хотел сказать. Не важно, что Моисей косноязычный, а Аарон скажет. Иди, я его сделаю для тебя проводником. Это так Бог делает. Пока переварите немножко, потом я возвращусь. Батюшка сказал, о Пасхе дорога не просохшая. Но обещает такую температуру, во вторник уже 18 градусов тепла. Я как-то и говорил об этом, и даже стихотворение есть. Ну, я ссылаюсь на слова протопопа Авакума. Одна ночь, говорит, в Желтоводском монастыре стоит всей твоей жизни. Одна пасхальная ночь по Теряевке стоит полжизни. Видимо, в этом году я поеду. Это неописуемо. Представьте, никого чужих, одни, крестный ход. Тишина, и бывает птицы прилетят, и птички еще ночью поют. Это вообще. Если я поеду, то, видимо, в это время машину угоним, наберем. Так кто хотел бы поехать по Теряевку? Поднимите руку. Нынче день, вот особый будет, и желательно, кто поедет, ребятишечек взять бы было, чтоб там будут фотографы, и это останется на память. Раз, два, три, четыре. Четыре. Так, пять. Ты едешь? Подумать надо. Точно. Я не знаю, но думаю так. Так, Михаил Петрович, где у меня он? Здесь. Значит, берешь за хозяйством голуби и кошки. Теперь у меня три кошки. Примерно, знаю, Таня свою, чтобы она обиходилась. Ну, говорится, приняла кошачий вид настоящий. А то боится шороха одного. Вот. Если Господь благословит, то будет так. Вот несколько моментов, на которые хотелось обратить внимание. Я на мелочи обращаю внимание, но вы за этим постарайтесь увидеть другое. Я знаю, что вот мелочи в деле Божьем нету. Это вот кажется, ну что такое бороду человек подправляет, там три волосинки будет. Поверьте, за этим другое стоит. Это страх перед миром. Это желание быть мирским человеком, похожим. Это внутри. Однажды я беседовал с баптистами, и там был у них пресвитера собрались, как у нас епархиальное собрание, и был Карл Станиславич Седлецкий. Каких пресвитеров? Ну, просто, может, таких и нету. Его по откровению Божию прислали с Молдавии, с Черновцов, сюда, Павлодаре были. Ну и стали говорить, а тут старики сидят, и бритые, несколько человек с бородами. Я открываю большой такой формат журнала, «Баптист» называется, дореволюционный. И на первой странице, ну журнал-то вот такой прям размер, большой. И сидят молодежь, там второй ряд там на коленках, а третий стоит, все до одного с бородами. Я говорю, скажите, если бы сейчас вот все были как Фидель Кастро, вы бы стали бриться? Да нет, конечно. Ну вот ваши братья, вы вот сейчас среди них попали, мысленно перенеситесь. Вы что, бритые были бы? Нет. Теперь второй вопрос. Но вы увидели, что мир бреет бороду. А бреет бороду почему? Ответ дан. А они не верят в бессмертие.
у нас бессмертие приобретается мудростью. Мудрость приходит с годами, а о возрасте говорит борода. Поэтому язычники, римляне всегда себе брели, старались эту молодость внешнюю продлить. Причина-то есть. Это женоподобный блудливый образ. Вы бы стали так. Значит, по стихии мира делаете. Да вы что, как по стихии мира? Да у нас есть братья, которые отсидели. А вот стал Карстен Иснащий, говорит, братья. Он православный, конечно, но он прав. И вы же сами сейчас сказали, что мы были бы такими. Ну вот весь мир стал так, и я так. Весь мир надел галстуки, эту дьявольскую удавку, и вы все на деле стоите. И вот смотрите, я не могу поверить, что ты идешь за Христом. Так что, когда в храме стоите, вот смотрите. Я сейчас кого-то позову, ребятишек. Ну-ка подойди сюда, несколько человек, подойдите, трое, подведи кого-то. Как? Покажи, как они руки держат, на молитве стоят. Сюда, вы не отдаляйтесь, пожалуйста. Подойдите сюда, позови несколько человек. Вот посмотрите, вам будет видно. Подойдите сюда. А давай Тарасия сюда. Это самое, вот, Нестор идет. Давайте, вот это еще малюхонькая. Подойдите, я посмотрю на вас. Вот. Вот они стоят на молитве. Покажите, как вы руки держите, когда не кланяетесь. Как руки держите? Руки как держите? Ну-ка, как ты руки держишь? Так ты руки держишь. Молитве, так, как руки держите? Вот так держат, а так как при счастью так. А когда просто так молитесь, стоите, вот так руки держат. Вот он как второй, видите, какой вариант такой. А ты как руки держишь, красавица? Ну-ка покажи. Когда молишься, как ты? Она вот, видишь как. То есть это называется крестообразно. Наполеон стоял, говорит, задумавшись, крестообразно держа руки. Слово крестообразно. Это на старинных фотографиях везде есть. Это особенно сохранено у старообрядцев. Они старого обряда держат. Другой вариант есть. Такой человек все время вот так молится. Ну, я жития святых начитывал, я знаю. На коленях молятся, стоя или распростершись на полу крестообразно. Ну, меня выставили в интернете, я фотографию показал как. Руки подняты могут быть, и женщины, и мужчины. Мы практикуем это, поднятие рук. Вот. Иногда держат руки вот так. Я просмотрел 475 икон, образов в Покровском соборе, и ни одного нету, чтобы руки вот так держал. И вдруг появилась эта Елисавета, сестра Сарисы. Она стоит, руки вот так вот. Значит, можно и так. Но нигде нет, чтобы руки назад держать. Такого нет. Хотя Симеон, новый богослов, говорит, что я на молитве, говорит, держу руки, как пленник, связанный, у которого руки связаны. Но это не практикуется. Вот так мысли где-то в монастыре один. И вот так вот держать иногда руки, вот смотрите, внимательно там, скажи им, чтобы смотрели. И вот так вот, как-то вот так вот, и чтобы руки были видны сзади. Вот смотрите, вот так вот как-то держат. Так никогда не молятся, вам хорошо понятно? Руки напереди. Можете вот так сложить руки. Вот так вот. Я насчитал где-то примерно 10 разных вариантов. И все они благочестивые. Это момент, когда не кланяться, когда не креститься. А креститься ты двумя перстами или тремя, как Серафим Саровский молился. Четко лоб, чрево, правое и левое, и поклон, чтобы рука могла достать пол. За этим скрывается наше отношение к Богу. В армии очень строго смотрят, как отдает человек честь. Вот так вот только Брежнев мог отдавать честь. Рука вытянутая, касается конца брови, где бровь. На уровне плеча вот стоять должен как. Его учат этому. И во всем мире так. Это только еретики и сектанты говорят, разницы никакой нет. Они такие духовные, бритые, Бог смотрит на внутреннее, как будто бы пророки не знали, куда Бог смотрит. А одевались, как они...